Спустя почти 3 месяца в города Прииртышья возвращаются сельскохозяйственные ярмарки. Это стало возможным в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в нашем регионе. Смотрим далее. Пандемия диктует свои условия и для проведения ярмарки. По требованию департамента санэпидконтроля, социальная дистанция между продавцами составит 2 метра. Продавцы будут обеспечены специальной одеждой. В областном центре ярмарка будет проходить на прежнем месте, напротив рынка Квазар, по улице Истаева. Примут участие в данной ярмарке представители Ахтубайского, Иртышского, Павлодарского, Успенского района. Кроме этого, примет участие наша Калжарская птицефабрика, это сельская зона города Ахсу, и Щербакинская птицефабрика. На проводимой ярмарке будут участвовать более 60 предприятий АПК, в том числе такие предприятия, как ТО «Галецкая», «Луганск», как я говорю, «Щербакинская птицефабрика», «Колбасные изделия», «Мескома», «Иларбек», «Ласка», «Галецкая», «Белоусов», «Растительное масло». По словам спикера, в эту субботу на ярмарку будет поставлено 25 тысяч говядины, 20 конины, 15 тысяч баранины, 50 тысяч штук яиц, 3 тонны мяса птицы, 6 тонн молока сырого и другая продукция, среди которых картофель, морковь, свекла. Цены на продукцию будут ниже рыночных на 15-20%, обещают в управлении сельского хозяйства. Говядина в пределах 1300-1700, баранин 1400-1600, конина 1800-2000. Яйцо будет реализовываться по цене 365 тенге за десяток. Молоко сырое в пределах 130 тенге за литр. Картофель и овощи по 8 тенге. На ярмарку в Аксу свою продукцию также привезут аграрии Майского района, а в Экибастуз – Баянаульского. Разумеется, будут соблюдаться необходимые санитарные нормы. Все реализаторы, а также, надеемся, участники и покупатели будут в масках. Да. Контрольные веса сейчас город Павлодар отрабатывает данный вопрос. Да. Кроме этого, как вы знаете, на территории проведения ярмарки будут находиться лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы, они будут проводить. Без их разрешения никакая продукция не будет выставлена на прилавок. Станут ли эти ярмарки еженедельными? Все будет зависеть от эпидситуации в Прииртышье. Мурат Абилмажит, Этес Акпарат.